Жители 40-го дома по улице Октябрьской обратились к нам в редакцию от отчаяния. Никто им не помогает и никто их не слышит. А беспокоит их вот эта вот вонючая свалка. И это сейчас-то зимой. Летом будет еще хуже, еще и крысы побегут. Рядом находится Черное озеро. Мусор отсюда летит туда. Такими темпами Черное озеро скоро перестанет быть таковым и превратится в зеленое смарадное болото. Жители 40-го дома вспоминают. Вредить тут начали 17-го года. До этого был магазин, никому не мешал. Потом кафе. Какое-то время зданием владели вьетнамцы. С местными дружили, не мусорили и облагораживали территорию. Но все закончилось. Появился некий предприниматель, выкупил территорию, собрал жителей и объявил о планах. Будет здесь комбинат общественного питания. А он построил без нашего ведома, подделал наши подписи. Мы все были против, подделал все подписи, строил себе сауну. Вот так, двух зайцев. И не соврал, теперь тут правда есть чем питаться. Правда, не людям, а воронам и бродячим животным. И прибыльный банный комплекс организовал. Вот только озадачивать себя вывозом мусора не стал. Она целую зиму здесь вот пролежала, и они все докладывают и докладывают. Вон, видно же, куча какая большая. Скажите, она ни разу не увозилась, я так понимаю? Нет, ни разу. И это складывает владелец вот этого заведения? Да, владелец этого заведения складывает это все сюда. Вон, видите, пакетов сколько. Я каждый день выхожу на улицу, тем более детишки у нас маленькие, они бегают. Зимой мы на горке катались, и вот этот представитель все вырубил деревья. Как раз вот эти деревья, все целую свалку вот здесь вот на озеро. Местные приходили и пытались решить вопрос мирно. Предприниматель же подобные беседы воспринимает как правонарушение. Он прям в милицию заявляет, если старший обращается к нему с каким-нибудь вопросом, хозяин обращается в милицию и говорит, меня старший по дому шантажируют, деньги требуют. Вот за любую работу, любым вопросом. От сауны-бани страдает весь соседствующий дом. Украли воду. Ведь я сперва не поняла, думаю, откуда у меня? Я же ничего не делаю, собственно говоря. И это, сейчас не поливаем, ничего. Ба, у меня перерасход, я иду платить, видишь ли. Откуда? Вы чего, говорит, делали? Я говорю, не знаю. А потом домой пришла. Я говорю, это же они, говорю, украли. То есть, пока набирают бассейны, у жителей практически исчезает вода. Они обращались, как говорят, и в прокуратуру, и к депутатам. Глобально ничего не меняется. Запах под окнами множится. Это обычная, стандартная, несанкционированная свалка, которая не единая на территории города и области. За ликвидацию этой свалки отвечает хозяин земельного участка, на котором она образована. И хозяин скоро ответит, ведь к делу подключилась горадминистрация. Администрация города Ульяновска потребует от собственника земельного участка на Октябрьской 40А восстановить забор и ликвидировать свалку бытовых отходов. В случае, если он этого не сделает, в отношении юридического лица может быть составлен протокол об административном правонарушении, так как здесь присутствует реальная угроза причинение вреда окружающей среде. Не хотел увозить сам, деньги тратить. Теперь грозит штраф от 25 до 45 тысяч рублей. Наверное, было бы дешевле прислушаться к жителям и вовсе не мусорить. Павел Патряков, Бахтияр Салтанов, репортер 73.